Да. У нас мало времени, так что за работу. Подведем итоги. Йеннифер создает магический барьер и задерживает первый удар. Она оттесняет всадников в лес. Ламберт и Геральт ждут в лесу. При помощи Двимирита они закрывают порталы навигаторов, чтобы как можно меньше всадников проникло внутрь крепости. Трис ждет сигнала и по отмашке устраивает всадникам огненный ад. Остальные отражают натиск тех, кто все-таки проникнет за стены. Если что-то пойдет не так, мы оставляем внешний двор и отступаем в крепость. И самое главное, Цири не должна попасть в руки Иридина. Теперь посмотрим на план крепости и обсудим все в деталях. У меня такое ощущение, будто мы упустили что-то важное. Не думай об этом. Что готово? Времени было мало, так что немного. Эликсиры. Меня беспокоит, что у нас мало мечей из метеоритной стали. Хватит на всех. Смотри, что отыскал тебе Весемир. Гномское лезвие, гарда эльфской работы. Пройдет сквозь латы, как нож сквозь масло. Спасибо за все. Пойду седлать коней. Когда будешь готов ехать в лес, приходи.